Расскажите, пожалуйста, как прошла сегодня игра для вашей команды? Игра была сложена, упорно. Соперник уже настраивался на игру, на победу. Вот, поэтому собрались все-таки, переломили где-то в середине первого тайма. И дальше уже было полегче. Второй тайм ударно начали, повели. Ну, в конце ошибка достаточно такая, можно сказать, из разряда начальных. Второй мяч тоже необязательный. Где-то подрасслабились, немного устали. Ну, в целом, хочу поздравить всех, показали характер и заслуженно, в принципе, довели до победы.